Вообще-то я и не собирался снимать этот ролик, но редко бывает так, что возникшая проблема сразу находит решение. И все детали есть в наличии, идеально подходят друг к другу. Я реально кайф словил. Вот делюсь. Желаю, чтобы у вас все так решалось. Знакомая тема, как провод достают из бухты. Но это хорошо, когда полметра. А если 10? Хомуты снимать нельзя, потому что все превратится в хаос. Обрезок штанги от плательного шкафа. Два жестких диска от компьютерного накопителя на жестких дисках. Вы посмотрите, как она четко заходит, как будто они созданы друг для друга. Наносим по периметру клей и фиксируем. Я еще изнутри клея добавил. Ну вот согласитесь, реальный кайф.